вопрос из категории «вне времени». Расскажи основы, концепции игры фанка, фьюжена. Вот с чего это начинать, как ты на это смотришь и к чему можно в итоге прийти? Ну, на чем вообще строится, на чем строятся такие стили? Ну, я думаю, что никому для секрет не секрет то, что фьюжен — это сплав и сплав разных стилей: рока, фанка, латины, свинга, бибоба, джаз-рока, всего вместе. Там и гаспел, может быть, и джангл, все, что хочешь. Первое, как я начинал это все через себя пропускать, это элементарные пластинки, записи, диски твоих любимых исполнителей в этом стиле. Ну, таких ребят, как, наверное, Малс Дэвис, там, Чикари Электрик Бэнд, Майк Стерн Бэнд, Брекер Бразерс. Вся эта музыка, она, и вся игра Денниса Чемберса и Дэйв Экла, она подразумевает вот этот вот стиль, так называемый. И в каждом проекте, в каждом составе есть что-то особенное, то, что они придумали. И это стало таким уже эталоном чего-то. Но когда ты играешь какой-нибудь фанковый рисунок или просто фанковый трек, что у тебя в голове? Какая в голове пульсация, как ты чувствуешь его? Ну, фанк, какая у меня пульсация? Все зависит, конечно, жалко, что нет ребят, но это может быть в следующей передаче. Мы снимем это дело. Тяжело объяснить без клавиш и бас-гитары или гитары. Ну, как ты чувствуешь, ну, как какой-то начинается риф, да, фанковый, там, гитарный. Фанк может быть такой же, как Джеймс Браун. Саш, как добиться качественной артикуляции на томах, при этом, чтобы они звучали мощно, но не грязно? Да, это основная проблема многих наших барабанщиков. Слушайте, как у вас звучит малый барабан, и добивайтесь того же. Надо научиться комбинировать кистевую технику, то есть мощную, да, и пальцы. Как у нас отскока здесь меньше. Чтобы это было. Также мощно фиксировано, но я уже играя какие-то брейки штуки, я знаю, что мне нужно немножко концентрировать больше энергии и больше внимания им уделять для того, чтобы это было качественно сыграно. Элементарные какие-то упражнения на перехлёстные штуки. Когда мы переносим быстро корпус, оставлять движение и всю, то есть концентрацию всю часть в этой части здесь, иначе у вас просто быстро не будет получаться. Это ребозе, это вообще раз очень легко и вот такими мягкими руками.
много анализировал разных драмеров, но один из немногих, кто достает из барабанов максимально все, для меня является Винни Калаюта, потому что так он в том и так играет, и у него все так круто звучит, что это реально один из главных примеров для подражания, для учебы, мне кажется. То есть то, как он играет в том и... Еще один вопрос из категории «вне времени» — это как придумывать барабанные партии? То есть, как ты смотришь на трек, как ты работаешь над треком, а как ты придумываешь партию для трека? Понятно, что все мы любим какие-то там любимые грувы, какие-то фишки, заполнения, любимые рисунки, там кто-то любит... Но для меня в первую очередь является, когда мы собираемся на репетиции, является первое, это я слушаю, как звучит музыкальная тема. Обычно бывает какой-то риф, вступление, но как тема звучит, и хотя, я думаю, правильно будет разложить построение композиции по твоих партий на несколько частей, которые есть в самом треке, да, там вступление, основной риф. Опять же, это очень важно, какой размер мы играем, 6 восьмых, 4, какой там будет грув, аккомпанемент. Аккомпанемент на клавишные инструменты, аккомпанемент на бас, это все можно варьировать. Но, наверное, самое главное, это попытаться еще сыграть, как бы, не сыграть, а обратить внимание на то, как звучит тема в песне. И ее немножко сыграть на барабанах, подойти к барабанам с точки зрения... не только ритмического инструмента, но и мелодического. Попытаться играть ту же мелодию, как-то так включить свое воображение. Посмотреть на барабаны в первую очередь как на музыкальный, а не как на ударный инструмент. Да, на ударный, над ударным инструментом он останется и был, и будет, никуда он от этого не денется. Но есть моменты в музыке, когда нужно себя проявить еще с точки зрения художника, а не просто человека, который поддерживает ритм. Ну, в общем, при разбирании песни я учитываю там несколько аспектов. Это основной грув там в теме. Ну, к примеру, какая-то там, я не знаю. Аккомпанемент на тему, аккомпанемент на импровизации. Вы должны, опять же, держать в голове форму песни АА, БА, С, ТУТИ. И вы не можете, вы не имеете права, во всяком случае, играть просто, что попало. Потому что организм уже не работает слаженно. Вы должны быть не только, ориентироваться на поддержание ритма, но и на создание музыки. Динамика, это очень важно. По традиции Star League это какой-нибудь брейк, бит, совет начинающим, совет продвинутым, все что хочешь, рассказывай, тебе слово. Так, совет начинающим. Ну, я думаю, что я не буду сильно, не открою Америку, сказав, что действительно, поверьте моему опыту, очень важно, если вы только начали заниматься на барабанах, и не только, это может быть клавиша, бас-гитара, гитара, все что угодно. Очень важно вырабатывать чувство ритма и заниматься с метрономом, либо часто играть под фонограммы, либо с драм-машины. Это воспитывает правильное ваше, как бы, метрономическое исполнение и чувство времени на будущее. Потом это складывается, накапливается, и вы просто уже когда почувствуете хорошо время, вам просто будет непонятно, как люди могут играть неритмично.
А это очень важно, в противном случае вы не заставите 5 человек или оркестр из 40 человек играть вместе. Вот. Метроном. Масса всего разных стилей. От хэви-метала до гаспела, бибоба, Крис Дэйва, Рональда Брунера и всех остальных ваших любимых барабанщиков. Снимайте, подражайте, изобретайте что-то новое, будьте в тенденции сегодняшнего времени. Потом не забывайте о том, что барабаны — это не только ритмический инструмент, но и музыкальный. И старайтесь максимально проявлять и выражать музыкальную сторону этого всего дела, чем мы занимаемся. Так называемый грув и что-то вокруг него такое ломано, непонятное, может быть, сейчас получится.